Tropier Group Media Production. Производство компании Tropier Group. Международная туристская выставка «Форум. Туристическая индустрия. Драйвер экономического развития. Современный образ туристической России». Отдых. Более 24,5 миллионов туристов посещают Россию ежегодно. Почти 12 тысяч компаний работают в туристической отрасли России. В 2017 году рост внутреннего туризма составил 10%. Рост въездного туризма – 8%. Выставка «Форум» – это экспертная площадка для открытых дискуссий с руководителями отрасли, для продвижения государственной политики в сфере туризма, для выявления проблем и тенденций в развитии внутреннего и въездного туризма, для обмена опытом и мнениями. Международный форум «Выставка «Отдых» 2017 года» – это 80 субъектов Российской Федерации, 29 деловых мероприятий, 2000 участников деловой программы, более 700 экспонентов, 180 докладчиков, 100 представителей СМИ. Выставка «Форум» – это масштабная экспозиция, деловая программа, Академия гастрономического туризма, конкурс презентационных материалов и информационных видеороликов регионов России. Формат деловых мероприятий, пленарные заседания, межправительственные встречи, официальные совещания, дискуссионные панели, конференции и круглые столы. Аудитория форума – 47 стран мира, 72 региона России. Международная туристская выставка «Форум. Отдых». 19, 20 и 21 сентября. Москва. Экспоцентр.